Здравствуйте, это рубрика «Право имею» и я Наталья Ладутько. Что растягивается до бесконечности и возвращается в прежнее состояние одним решением суда? В рубрике расскажу о резиновых квартирах, что это такое и чем грозит участие в прописочном бизнесе. Недавний случай в Уссурийске прогремел на всю страну. Женщина ставила на миграционный учет иностранцев, но по факту жилье им не предоставляла. В законе это называется регистрация по заведомо ложным сведениям. Так число прописанных приблизилось к 1000 человек. Сотрудники миграционной службы этот факт выявили. В итоге нарушительницу оштрафовали на 100 тысяч рублей. Однако гражданка не унималась, продолжила прописывать мигрантов. И сейчас на нее собирают материал о повторном возбуждении уголовного дела. Конечно, нарушительница прописывала людей не по доброте душевной. Это целый преступный бизнес, где за каждую мертвую душу выплачивают определенную сумму. Усилий требуется немного. Постановка на миграционный учет иностранных граждан носит уведомительный характер. То есть человек не вписывается в домовую книгу и нет никаких последствий для собственников жилья. Вот почему женщина свое дело не забросила. Видимо, выгода выше штрафа. С 2013 года такие преступления наказываются уголовно, а в особо запущенных случаях могут даже лишить свободы на 3 года или запретить занимать определенные должности. Ужесточили наказание не случайно. Механизм временной регистрации создавался для учета иностранных граждан, чтобы знать всех по головам, кто где живет. Если приезжий, например, совершит преступление, его без труда смогут найти правоохранительные органы. Резиновые квартиры поиск мигрантов усложняют. Хоть и лазеек для преступников становится все меньше. В результате работы ОМВД в Приморье за прошлый год в принудительном порядке с миграционного учета сняли 612 иностранцев. Хотелось бы донести до наших граждан о том, чтобы они были бдительными и за вознаграждение какое-то мифическое, которое предлагают им за регистрацию, не совершали данного нарушения, потому как оно несет за собой дальше уголовную ответственность. С вами была Наталья Ладутько. Выгоднее зарабатывать законным путем, чем платить свободой за теневой бизнес.